Не слухай російську пропаганду! Не слухай російську пропаганду! Нідерланди, друзі України! Нідерланди, друзі України! Быть глухими ко лжи и чуткими к трагическому положению современной Украины. С таким призывом к стенам посольства Нидерландов в Киеве пришел народный депутат, заместитель главы фракции «Солидарность» блок Петра Порошенко Верховная Рада Алексей Гончаренко. Наша мета – не допустить и не дать возможность российской пропаганде задурить головы европейским громадянам, в первую очередь громадянам Нидерландов. Вместе с нардепом на акцию протеста вышли активисты движения «Про Украин». Целью миссии является разъяснительная работа среди европейцев. Акция перформеров выразили свободолюбие и силу воли украинского народа. По окончанию перформанса активисты передали в посольство футболки с призывом не слушать российскую пропаганду. Кожен день на громадян Європи, а сьогодні особливо на громадян Нідерландів, лється поток російської пропаганди. Ну, їм розповідають про якісь фейкових українських терористів, які загрожують терактами в Нідерландах. Їм розповідають, що начебто це українські військові збили Боїнг. Про якісь фейкових викрадачів арт-об'єктів нідерландських. Кампания «Про Украину» инициирована народным депутатом Украины Алексеем Гончаренко с целью улучшения имиджа Украины в Европе. Перед всенародным референдумом в Нидерландах, на котором подданные королевства выскажут свое мнение по поводу ассоциации Украина-ЕС, в медийное пространство вылились тонны откровенной лжи об Украине и ее жителях. Павел Репин, Думская ТВ.